Ребята, привет всем. Так, сейчас не вовремя включилась, кофемашина завела. Сейчас кофейку дерябну, с вами поболтаю. Сейчас, секунду. Такая вот погода. Что, даже не смотрела, сколько градусов. О, ветерок. Минус 8. Почему я словила тишину? Потому что мне тогда написали, что Лена, когда ты включаешь либо кран, либо машинку, кофе, ничего не слышно, что ты говоришь. Поэтому я что-то как-то не вовремя включилась. Ну ладно, идеи, мысли. Хочется вот так рассказать, поделиться. Всех своих отправила на работу. Аня на работу. Что-то мне показалось. Последнее время я не слышу свой будильник. Я его завожу на всякий случай, когда даже я выходная. Мало ли, вдруг у Ани там не сработает будильник или что-то еще. Какая-то боязнь проспать. Я вот завела на сколько? На 6 утра. Мне кажется, я его не слышала. А муж Пашка его перехватил и выключил. Накрасилась, собралась на почту. Сегодня, блин, какое-то меня смутило извещение пришло на почту электронное. Хочу пойти его забрать. Время 2:30. Я выспалась, около 12 часов встала дня. Ну, я еще валялась, я просыпалась, валялась так это. Думаю, никого нету, вообще сама себе хозяйка. Хочу что-то делаю, хочу не делаю, хочу влоги снимаю, хочу не снимаю. И надо мне сегодня настроиться на продолжение этого видео в Бусти. Вот, как раз у меня... Сегодня в четверг никого нету из моих. Аня придет ближе к 6, начало 7, поэтому мне надо все успеть. Мне еще надо успеть, знаете что? Я тут в ленте, вот тогда я, помните, файл стерла, еще покупала эти пакеты для запекания, еще говорила, фольга есть, бумага есть, а для запекания нету. Мне надо сейчас ее прям вперед поставить. Вот такие выгодные пакеты в ленте купила. Для запекания. Я вот как раз тогда показывала в день покупки. И все это стерла. И думаю, надо вам сказать. Все равно надо вам сказать. Так, здесь вот эти штучки для закрепления есть. И 10 пакетов. 47 рублей, девчонки. 47. Прям хочу мясо запечь кусочками. Прям порезать и с картошкой. Картошку может там напополам. И в собственном соку. Ой, я вообще так хочу, уже давно об этом думаю. Пашке сказала утром, чтобы достал кусок мяса. Он уже, в принципе, разморозился. Я ему еще покушать это отнесу. Либо он, наверное, может, придет. Домой зайдет, забежит. Вот такие вот 47 рублей. Тут 10 штук, прикиньте. И клипсы вот эти. А так посмотришь, вот эти вот как рулонами, да? Тоже 3 метра идет, самая дешевая, по-моему, 89 со скидкой. Так что имейте в виду на заметочку. Для тех, кто экономит. Кто не экономит, вообще пофигу, да? Они могут и за 150, или за 200 купить. Я для экономных. Сегодня еще поболтала с подружкой. Тоже давно не разговаривали, не виделись. Вот какая-то вот эта рутина. У нее там смена работы. Она сейчас этим по квартирам, риэлтор. Вот, цены на квартиры снизились. У нас соседка 2 года назад на 8-м этаже продала за 5500. А сейчас, говорит, ну, повысились, допустим, вот как моя двушка, наша двушка, 4 с копейками, говорит. Ну,
Да, ну, 4 миллиона с копейками, там, 4700, может, 4800, вот так. Вот. Она говорит, самое дешевле купить квартиру, это в новостройке, но сейчас у нас в центре, по-моему, ничего не строят, уже вроде как все построили. А я говорю, слушай, а квартира по квартире в Новосибирске? Она говорит, ну, в новостройках так же можно за 4 с копейками купить. Вот так вот. Ну, так поболтали, чего кого. Раньше вообще мы с ней каждый день что-то вот, какие-то темы все находились. А сейчас... Времени не хватает, все, знаете, скоропостижно бежит, вот прям, знаете, мне вот раньше говорили в молодости, ой, некогда, время бежит, там, ну, люди, которые постарше, я не понимала, как так? А вот сейчас я сама понимаю, время летит просто мгновенно, просто мгновенно. И даже вот на болтовню особо и некогда с кем-то разговаривать, потому что вроде и дома что-то надо поделать, и со своими дома, ну, домашними там какие-то проблемы, да, там вообще не хватает. И чисто даже на себя времени тоже бывает не хватает. Ну, то есть больше себе уделяешь времени, а вот на других людей просто нету времени, вот честно. Еще тоже вот одна моя подружка обижается, что ты мне не звонишь? А ей позвонишь, это не меньше часа болтовни. А это я считаю, как сказать, ну просто, как сказать, понятно, там обсудил хотя бы даже раз в неделю там чего кого, но это время, честно, что самое ценное, это время и здоровье. Так, сейчас кофе допью, и надо сходить. Что за извещение? Мне прям, знаете, под вопросом. Раньше извещения приходили по кредитам. Кредит у меня платится. Вот. Что еще может не то быть? Прям не могу. Не получить я его тоже не могу, потому что я потом буду думать, что мне там пришло в этом извещении. Ладно, сейчас схожу. Какой-то ветер, блин. Завтра уже на работу. Вчера у нас вообще на работе полдня света не было. Отключали. Вот у меня тоже тогда беготня была, мой последний день. Понедельник, свет отключали, вырубали, блин, как-то наполовину. И вот это, знаете, КСО долго перезагружается, вот это вот прям бесит. Потому что, конечно, в основном народ, да, по-быстрому на КСО там пробил и ушел. А все потом скапливаются на кассах. Так, еще по поводу, тоже спрашивали, ГИК-тест. Я его прошла, а мне написали, чтобы бесплатно, то есть не платить за него, в начале, когда ты проходишь ГИК-тест, писать номер договора. Я что-то там не увидела. Ну ладно, уже придется самим платить деньги, но я пойду, наверное, на следующей неделе. У меня до 12 декабря все это надо проплатить и получить эту голограмму. Я со своей зарплаты пойду. Пашкину там... Я отложила, и я не хочу эти деньги трогать. Просто они намертво у меня, пусть лежат, купятся. А, ну еще вот поболтали с подружкой вот в недвижимости. Она мне просветила, что проценты вообще, говорит, бешеные на эти ипотеки по 30%, прикиньте. То есть людям просто нереально взять эти ипотеку, прикиньте. В основном, говорят, все разбирают, которые сдают квартиры. Вот те, конечно, прям хорошо навариваются. Вот, видите, в чем бизнес сейчас.
у кого лишние квартиры сдавать. Даже говорит, обычные какие-то двушки по 40 тысяч, прикиньте. 40 тысяч, офигеть. Потому что ипотека вообще, вот она недоступная, просто недоступная. 30%, прикиньте. То есть и так квартиры не дешевые, еще на сколько лет и под такие проценты бешеные. Вот так вот. Девчонки, докатились, да? Цены какие ломят наше правительство. Ветер нехилый такой, на почту пошла я. А тут вообще капец. Ты видела этот снег? Угу. Наболтались по телефону. Так, девчонки, у меня уже должно сготовиться. Сейчас посмотрю. Надеюсь, что все протушилось. Снегопад, видели, какой я вам показывала? Уже, ну, прошел ветер, уже снег так, уже прошел. Все прошло. Так. Я специально картошку прям мелко-мелко. Порезала. Мясо тоже мелко. Чуть-чуть водички, чтобы наверняка все заготовилось. Я сейчас Пашке накладу и ему отнесу горяченькое. Так. Скоро Аня с работы придет. Ой, сейчас я вам, девчонки, расскажу. Это вообще у меня, конечно, настроение упало все. Но это я думаю, что все решаемо. Сходила я за извещением, знаете, вот как жопой чувствовала. Я вообще в шоке. Такие хитромудрые, блядь, банки. Эти коллекторы. В двух словах.
Значит, был, по-моему, 17 или 18 год. Я еще работала в ленте. МДМ-банк. Сейчас он идет открытие. Я выплатила, значит, по нему кредит. Все как положено. По-моему, за 10 месяцев я его выплатила. Так, сейчас, подождите, как-то что-то попробую. Чтоб все точно. Вот так, смотрите, мелко вот так резала. Угу. Готов. Значит, прихожу за справкой. Ну что, кредит закрыть, закрыт счет, все такое. Нет, мы типа справок не даем. А вдруг мы там проценты типа потом насчитаем? Ну, в смысле, сейчас скажу предысторию. Я за него платила-платила, там, по-моему, 110 или 101 тысяча была. Вот, платила-платила, потом какой-то период не работала. Понятно, все это моя вина, там, что я не платила кредит. Ага. Значит, проходит суд, я на суд пришла. Это был наш местный. Они насчитали 157 тысяч. Мне суд присудил. То есть там какие-то платежи мои высчитал, что я платила. Присудил 111 тысяч. Все, я выплатила 50% по кредиту. Ой, по зарплате, все. Значит, прийти за справкой, они ее не дают. Я прихожу к приставам, как вот я помню. Пришла к приставам. Я говорю, мне в банке не дают справку. Ни письменно, никак. Ну, они, короче, мне справку какую-то дали. Мне просто надо дома сейчас найти все это. И, значит, тут на неделе. 5 числа, по-моему, 5 числа. Значит, присылается такая смс. Еще странно, я подумала, что за фигня, что-то не пойму. Пашки посолю. Это опять в духовку поставлю. Счет по открытию этого банка. Открытие называется. Типа счет закрыт. И значит, знаете, вот как что-то чувствую. Значит, извещение получаю. Они как будто передали 6 числа, 6 вот ноября, передали КБ, или как он правильно. Ну, это приставы. Так, сейчас я пошли еще мешочек. Так, где мне это писать? Сейчас я Значит, на эту же сумму банк уступил в полном объеме в пользу КПКБ. Право требования ТДТ. Вытекающий из кредитного договора такой-то, такой-то от 3 сентября 2007 года, заключенного между банком и мной. Кредитный договор. В смысле? Тут главное не пени. Одни проценты, значит, на эту сумму они написали. С какого хера, блин? И, значит, это идет не суд. Это просто как от банка. Нет, не от банка, вернее, от... Или как банк, получается, за... Типа мне... Как, не заверил, господи. Предупредил, что они передали дело туда. Вы что, вообще офигели, что ли? Во-первых, срок давности. Я же его выплатила. Я-то его выплатила. Я в любом случае могу спросить у ленты архивной, что с моей зарплаты перечислялся к приставу и по вот этому кредитному договору, да? И у приставов могу также архивное запросить,
что им поступало. Мне надо все эти документы сейчас найти. Слушайте, вообще офигевшие. Столько лет прошло. Вот, знаете, даже 10 лет прошло, не надо выкидывать никакие вот кредитные договоры, то, что вы выплатили. Я вообще в афиге. Мне еще вот этого не хватало. То есть не банку я должна, а каким-то непонятным вообще людям. С какого перепугу? Уже столько лет прошло. На дворе 24-й год, конец года. Решили наживиться, что ли? Вообще охреневшие. Не-не, я это просто так не оставлю. Так, сейчас пока горячее. Пашка еще просил кофе ему в термос. Вот такой термос работы ему принесла. Он нормально, кстати, держит горячее. А вот эти вот, такие они даже из тоненького, не знаю, может, даже пластик. Еще на крышке температура. Поняли, да? Он вообще вот полчаса держит горячий и все, и не держит потом. От слова совсем. Просил где-то 3 чашечки кофе ему на ночь. Блядь. Ночь впереди. Ах, чтоб охранник не спал. Ой, меня, конечно, это вообще ситуация вся выбила из колеи. Я сначала расстроилась, а потом что? Я все это архивное подниму. В ленту сделаю запрос. К приставам. Мне надо сейчас к приставам записаться через госуслуги. Потому что сейчас они просто так не пропускают. У меня, в принципе, время есть еще. Вагон время есть. Это же мне не суд пришел, ничего. Да даже если суд придет, мне надо будет отписываться, что и по сроку давности я все выплатила банку. Так, ладно, ребята, я отключаюсь пока. Пойду сейчас быстро собираться и к Пашке. Короче, вот такая фигня. Я еще хотела сегодня на Бусти видео снять. Все, думаю, это сделала, блин, все приготовила. А у меня, блин, просто настроения нету, девчонки, поймите. Теперь сейчас посмотрю, когда я сделаю на Бусти. Так, на следующей неделе. Что у нас? Так. А, так, Пашка 20-го будет на сутках. Аня тоже на работе. Короче, в следующую среду я сделаю. Потому что я сейчас не успеваю. Скоро уже Аня с работы придет. Сейчас к Пашке мне еще еду отнести. Слушайте, ну вообще вот такая замороченная история с этими банками. Блять, меня вообще вот это все бесит. Честное слово, извините за мой английский. Уже выплатила все, что надо-то, блин, вот что надо. Прикиньте, такая хрень. Пашке сейчас говорю, блин, так и так. Он говорит, да ну нафиг, ты же выплатила. Я говорю, да конечно. Я говорю, ладно, сейчас я поем, короче, и потом, я говорю, поищу справку, у меня должна быть эта хрень. Вообще охренели, блин. Пошла такая метель вообще во дворе. Такая метель. Караул. Так. Сейчас немножко так сдвину. Пусть приставы они найдут все вот эти платежи. Я помню, я эту справку брала. Что я все выплатила, они мне это справку написали, выдали. Надо посмотреть, где она у меня лежит. Сейчас, если не найду, то запишусь к приставам. Чтобы у меня было все на руках.
Вообще офигевшие, блин. Нет, прошло уже 150 лет. По 17 году, да, я выплачивала. Потом они переименовались. НИМДМ стало открытие. Хитромудрый вообще я не могу. Вот, блядь, свяжешься с этими банками, блядь, потом себе проблем не оберешься. Ну, я понимаю, сейчас вся страна закредитованная. На тот момент, когда я там была, брала кредит, я, ну, платила, а я работала в Мосмарке. Зарплата, девчонки, вообще крошечная была, я помню, 8 тысяч. Вот другие уже получали больше, а у нас все вот так. 8 тысяч. Хотя хозяева были москвичи. 4 года я проработала там. Я уже даже не помню, на что этот кредит вообще брала. Всем приятного аппетита. Так, Лена, успокойся, все хорошо. Я сразу хотела пойти в банк, думаю, а нахера мне идти в банк? Они мне написали, что счет закрытый. Я еще не стала эту смс-ку стирать. Где они у меня тут? Взыскание с вашего счета прекращено. Счет закрытый. Че надо-то, блядь? А передали этим... Ну, поняли, да, всякие вот эти фирмы, блядь, непонятные. На дурака, что ли? Мне кажется, на дурака. Ну, я по-другому просто никак не могу назвать. У меня тоже, знаете, такое было год или два назад. Да я ему рассказывала. Какие сейчас скажут банки, блядь, только не брала кредиты. Но я везде закрывала. Даже пусть это у меня было через зарплату, но, девчонки, я закрывала. Сейчас у меня вот тоже вот этот русский стандарт конченый. Да, конченый. Тоже закрываю через зарплату 50%. Что хотел сказать, блядь, забыла. А, с Альфы тоже они как будто... Какие-то 7 тысяч, 7,5. По-моему, в том году или позатом я вам говорила. В мае прислали. Через какую-то фирму, блядь, типа тоже. Вот эти коллекторы. Вы нам должны 7500, блядь. Как раз и типа суд. Местный суд был. Она мне подсказала, как что написать... заявление. Короче, по сроку давности она мне статью написала. Я им отдала. Суд прошел на следующий день. Все. Суд на моей стороне. Обломились. Блядь, не помню, по-моему, не в том году, позатом, наверное, было. Может, в том. И эти схерали, приехали, то вообще ничего понять не могу. Блин, эти тут весь день на сайте заклупали с этими камерами. Я так поняла, им эти камеры нужны для этой парковки. А
А, вот уже в конце, правильно. По-моему, жильцы даже отказались от камеры. Вот смотрите, так, что-то. Тут, короче, пишут все. Сначала они обратились к этому, скажите, Goodline. Типа, они сказали, что ставят все бесплатно, платеж будет 130 рублей в месяц квартиры. 7 дней хранится архив. Типа, а за первый вариант, как мы будем дальше платить. Короче, они насчитали на 4 подъезда. У нас 4 подъезда, 136 квартир. Насчитали 128 тысяч. Я говорю, ладно, 128, ну, примерно с квартиры по 1000. Как бы раз заплатил, и все. А там, получается, это же электричество. Кому-то надо это подключать. Где-то подключать. И где-то все просматривать, где-то хранить. Вот, интернет бесплатным не бывает, все равно платить. Ну, даже если бы они подключили эти камеры, 128 тысяч, все равно. Так. До сентября управляющая компания и провайдер могли типа взаимозачета работать. Провайдер оборудование размещает на доме и не взимает плату за видеонаблюдение. Сейчас это запретили, поэтому надо уточнять. Так, и сегодня что не? Добрый вечер. Чтобы установить камеры наблюдения, необходимо провести общее собрание собственников. Необходимо в третьем подъезде определить, кто будет старшим подъездом проводить так главное. И давайте даже владельцы автотранспорта определимся, будем ли мы это делать или нет. Но это больше всего у подъезда, это скорее всего, вот они эту стоянку сделали. Помните, я вам говорила, в том году, что ли, они тут стоянку делали? Сколько их там было-то? По двадцатке они скинулись. Сначала было меньше, потом кто-то отказался. А, на 60, якобы 60 мест, что ли? Получается, по двадцатке. Лям 200 они заплатили, прикиньте. А потом начали. Ой, а почему нам это не сказали? Квартир-то оказалось... Ой, этих машин-то оказалось больше, чем на 60 мест. Потому что кто-то проигнорировал, кто-то сказал, это дорого. То есть они вот где детская площадка, даже не детская площадка, а вот место свободное сделали как парковку. И вот эти шлагбаумы поставили, чтобы там лишние люди не заезжали, огородили. И все прописали, к какой квартире относится место. Потом начали выяснять. Там кипиш был. Случайно заехал с соседнего дома. Следом за машиной заехал. Ну, пока шлагбаум открылся, встал на не том месте, не на незаконном. Ну, на чьё-то, видно, место парковался. Ну, там, короче, возня такая. Я так поняла, что кто-то где-то то ли машину помял или что-то еще, раз они с этими видеокамерами начали сейчас возню эту. Не, картошка прикольно получилась. Такая вот тушеная. Я даже не показала, короче. Вся на этом. На возмущении, блин. Не, я сейчас запишусь к приставу. У меня как раз выпадает. Они же принимают четверг и вторник. У меня четверг и вторник выходные. А потом буду искать документы.
по-моему, это через госуслуги записываться. Короче, я вообще в шоке, блин. Вот я так и знала, какая-то фигня. Потому что я говорю, когда я этот выплатила кредит по МДМ-банку, я пришла к ним и говорю, дайте мне справку о закрытии, что я выплатила. Вот на всю жизнь запомню слова. Нет, мы не дадим, только мы потом на проценты подадим. Это она мне так сказала. Я говорю, ну хоть письменно напишите или что. Нет, и все. Я потом через какое-то время пошла к приставам, они мне дали справку, что я выплачивала. Мне все равно где-то должна лежать. Вообще охреневшие, блин. И вот прикиньте, на проценты, блядь, это прошло до хера времени. Я вообще в шоке, блин. Всю жизнь, короче, будешь работать на эти банки, блядь, даже выплатишь, потом какая-то хрень появится. Я все наез. Ладно, девчонки, я влог заканчиваю. Пол влога больше возмущения. Короче, вот такая ерунда, девчонки. Вот я поделилась. Все. До завтра. Блин, завтра на работу 4 дня. Сейчас, короче, буду искать документы. Все, мои хорошие. Все. Всем пока.